Перши не только у Гомельской области, але и у Воглі у нашей краине шматповерховый жилый дом с убудованным дитячим садом будет уведен в эксплуатацию наприкінці этого года. Реализацией проекта занимается Гомельский домобудовничий комбинат при поддержке городских и областных уладов. Будовлю наведали наместник старшини облвыканкама Владимир Горбачев и керовник домобудовничего комбината Александр Гончаров. С уникальным проектом ознайомили будущих специалистов галіны, студентов Белорусского державного университета транспорту. Дитячий сад различены на 60 мест, размещены на первом поверсе дома по улице Мазурова. Яше две шматповерховки, включенные в огульный жилый комплекс, сдадут уже этой осенью. Первый дом вводится сентябрем месяцем, второй дом трехподъездный вводится в октябре, а сам дом со встроенным детским садиком будет введен к концу года, в декабре месяце. Ну, на сегодня готовность не такая высокая, порядка 35%. Но по нашим графикам мы вкладываемся, дом будет введен своевременно с детским садом. Сегодня есть предложение, чтобы такой же дом построить в городе Бобруйске, и рассматривается вопрос о строительстве в Минске. Прилеглая до группы жилых домов территория будет доброупорядкована у отповедности с усветными стандартами. Например, транспортный рух полностью отделить от детячей гульнявой зоны. Планом предугледжена и спортивная пляцовка. Здесь, как уже было сказано ранее, создана среда обитания для мини-полиса. Вы видите немножко улучшенную отделку фасадов и внутреннего интерьера, мест общего пользования. Пока это первый проект, но рассматриваются варианты о строительстве таких же домов со строенным садиком в 20-м микрорайоне, в 16-м, возможно, в 96-м.